Говорил, типа, что я сделаю, если он просто не этот, не будет А выполнять я свою забыл. часть. Ну, ты этот, но ты вспомнишь. Тогда точно не скажу. Да. Это... Но ты тогда еще типа охуел, типа, как так, типа, как что? Да? Ну. Ну, короче, это, вот, давай задание с порталом мне опять, Да, которое мы сейчас, проебали я в тот раз понял. под конец. А, если там тоже не будет это, да? Я сейчас ХП тогда скажу. лучше. Подожди. Просто ХП сейчас поставлю. Блять, он... А! Блять, ну у меня две перки на щит. Одну я смогу поменять, а вторую хуй пососу. Нет, у нас тут миссия с щитом. Просто Ты не будет там? кислорода. А, ну... Это та, которая... Нет, Ага. это... Ну, такая же. Они, да, они меняются же каждый день. Там, во-первых, Будто типа... опять бухой, да, приди, поедем. Он немножко выпил. Ебать, у нас и там разные хуйни куча, да? Такой. Ну, типа фанкопоп и всякого такого. Я хочу такие, Они очень реально. дорогие. Фанкопоп? Ну, как, конкретно фанкопоп, если в сумме смотреть, не такой дорогой, но он тоже по несколько тысяч за каждую. Так. Фанкопоп Наруто. Хочу. Гляди. Панко поп Наруто. Ну, 1300, кстати, не так много, но вообще... Блин, за кусок пластика. Ну, это фанкопоп, конечно. Очень популярная хуйня. Чтоб ты понимал? Они делают виниловые фигурки, а не пластиковые. Они делают виниловые фигурки, а не пластиковые. И еще они в основном все башкотрясы, да? Ну, а это и есть, ну, стилистика такая. Ебать, у меня скорострельность, блядь. А чё, им надо... Где? Чё, нам надо реликвии А, собирать, вот это трубопровод хуйня. качать. Ой, бля. Ну, парни. Сразу вызовите эти. Как только накопится, надо вызвать будет. Ебать, ебать, ебать. А вот блять, вызвать-то патроны? да, блять, кислорода нету. Блять, много, много снимается. Я не добегу до кислорода. Или добегу, или нет. Не, не добегу. Никитка, поднимай меня, иди. Да меня доебались жуки, короче, я просто в них феромоны кинул, они начали пиздиться между собой. А я дальше руку начал попасть. Нормально. Короче, патроны подальше ставьте, чтобы мы этот кислород могли пополнять. Тут нету мула, так что этот. Будет тяжело. Ну да, блядь, так-то. А где? А, вижу счетчик кислорода. Ну, немного. Вот здесь голда прям рядом и этот. Там нитро. и нитро дохуя. Во, блядь. Ух!
Блять, кто это плюется в меня? Что это за хуйня? Вон она, блять, сверху. Ты закопалась, тварь. Блять, кто меня... Что за... Я уже второй раз притягиваюсь к голде, и она меня откидывает просто, как будто бы. Нитро хватает, я вдалеке там поставлю этот. Пометь ее. Хорошо, где-то там поставлю. Классно, у нас тут летающая окаменелость была. Нормально. Просто даже не на камне, ничего, а просто именно вот сама текстурка окаменелости. Ебался больно. Нет, 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 нет! Блядь. Блять, а? Так, сейчас подтянули, Никитка, с тобой. Бля, как же тут мой? То есть тянем. О, вот отлично можно. Ебать, а как мы тут потянем-то? Блять, а? Это можно было, блин, поставить. Вот так вот. Что-то придумаем. Блять, большой. Блять, ебало разбило мне. Я забыл, что очень большой радиус теперь. Никит, сзади проблема. Все, успокойся. Блять, ай, как же больно-то, сука. Иди туда. Сука, я так сдох. Блин.
Я думаю, что можно... Нет, еще не... Вызвал патроны возле следующей штуки. Отлично, чтобы у нас там был перевалочный пункт, так скажем. Да. То есть я немножко не доехал до рода. А зачем тут же стоит пистолорот? Где? Прям вот это пополнение. Там он не заканчивается. В смысле заканчивается? На я только что пополнил. На патронках он заканчивается. Типа он там не бесконечный? Да. Да ладно. Что ж ты молчал-то? Да, эта информация не самая приятная. Я тебя подниму. Да вот тут нитро заберу по пути. Да ты где там вообще ёбнулся-то? Я его уже подыму. Я вот тут просто. Блять. А что, на патронке все его нету? А это есть. Я пополняю. Но он не сразу заканчивается же. Так куда следующую тянуть там? Я могу показать. Ну, по сканеру я должен видеть. Вижу. Вижу. Так, надо вот туда вот тянуть. Ебать. Конечно, да. Можно еще патронку вызвать. Ну, можно и вызвать на самом деле. Она одна, обе, две протянуты, да, уже? Нет, только я только одну начал тянуть. Я тогда пойду поищу вот здесь, наверное, где-то третья. Да, ну и здесь где-то патронку надо будет вызвать тогда. Здесь нет нихуя. Great job. First pipeline between pump jack and refinery established. Ебать, пацаны, нихуя, я высоко, блин, сколько. Да ебал, бля. Не добежал опять? Опять на том же самом месте, братан. Да ебать, ебись нахуй. Блять, уйди отсюда, нахуй. Что за хуйня летающая? У нее вроде даже хп нет, просто хуйня. Без понтов. Блять. Да ёпта, сука, тут либо трос, либо труба, либо ты, блять. Выбор за тобой. Один из трех, блять. Ты чё, ёпта? Чё он так быстро кончается, этот солдат, ёпта? Ну просто ты лох, ёпта. Просто за ним надо следить. Да. Ай, блядь, я так сдохну сейчас. Ты, ты чё тут нахуй? Ай, блядь. Ставилась, сука, ставься. Give me fresh air. Fresh air. Я хочу, блять, воздух себе с запахом старого деда. Да просто.
Он типа говорит свежий воздух. Раз можно выбирать. Пизда, пацаны. Что такое? А, ну и разбился нахуй. Там золото наверху было, я слишком увлекся. Жадность тебя загубила. Да. Да. Жадность дворфика сгубила, жадность. Просто дворфика. Я хочу зёйта. Понимаешь? Спасибо. Ебать, я не представляю, как бы я обтянул бы трубы без буров. Я знаю, а я представляю. Да, как? Да, без буров. Ага, круто. Да, Никит? Да, так. Блять, сука, я потерял то зёйта. Там патрон когда где-то стоит? Возле той штуки, да. Вон тут вижу. Что-то большое идет к нам. Это мой хуй. Смотри. Не извиняйся. Не ты же виноват, что он такой большой. А твоя, блядь, глупая фантазия. Пидарас. Ой, а вот он. Вот ой, это тот, ой, это тот уёбок. Их двое. Подожди, это... А, это те уёбки, получается. Да. Ну да, я могу его... Феромоны, блядь. Я все промазал, да? Я еду к вам. Ебать, тут американские горки построил. Блядь! Ебать, они быстрые! Ай, блядь! Ай, блядь! Кто это тут жарит? Иди нахуй! Ладно, пацаны, вы тут справляйтесь сами. А он жопу открывать будет, не? Это не тот, который открыл. Блять, в смысле я застрял? Я тебя, блядь, заморожу. Души его, блядь. Ям. Я за Патриком сгоняю, ебать, мне кидануло. Я не вообще вижу. Надо бы тоже Патрику. А за Спанч Бобами не хочешь сгонять? Да ну, оцените шутку. Во время боя с боссом. Почему, блядь? Вообще не смешно. Ну, Патрики, блядь! Ой, ты пошли вон нахуй, блядь. Я считаю, что это был смех смешной. А я считаю, что хуйню сказанул. Блядь, ну Патрики. Спанч Бобы, Патрики. Ну, дошло? Понятно, блядь. Или дело не в том, дошло или не дошло. Ебать. Где Патрики, кстати? О, я нашел третью штуку. Я возле нее сейчас поставлю Патрики. Как умер, блядь? Я... Согласен. Я этот... приземлился. Просто не в ту дырку немножко. Я от Никита обзывает, кстати. Илья, ты один остался, подними меня быстрее, пока... А, я... серьезно? Это хуйня сверху тебя.
Сзади. Сейчас у меня патронов ноль. Две, она идет к тебе, блядь, прям сзади тебя! Нормально, блядь. А, вот ты! Да. Я что-то не обзывал. Да, пинкл даун. Ну это по-английски даун, в смысле упал, блядь. Блять, это опять шутка была, как с Патриками, сука, ну ты даун, реально. Ебать их тут, блять, дай. Тоже даун, курчи? Да. Блять, ты что делаешь? Блять, они не оттуда вылезли, откуда я планировал. Ай, блин, ой, это нормально. Ебать, у меня хп вообще нету, чтоб ты понимал. А ну мы победили. Я за Никитой пошел. Иди. Я пробую похилиться. Дай. Спасибо. Дали. Нахуй ты кирку эту штуку бьёшь? Ха, хули она, блядь, тут? Ты как, блядь, так умудрился вообще упасть, блядь? Чужак, да хуй. Тел просто на столах... А если она сбоку из спины растет, что это? Это а, если надо, чтобы с потолка росла. А если сбоку? Ну это значит с пол. Стало гнить, да. Она куда направлена, вниз или вверх? В сторону. В бок, блять, да. В левую было направлено. Стало ктих нет, тогда будет. Стало ктих нет. Я тут справился. Молодец. Ну ты крутой. Там. Пиздец. Да, пиздец просто. На самом деле. Никитка, ты тебе там работы вью сколько? Протягивай иди трубу. Жесть, что за кислородом бегать, пока да. Да. Бля. Можно еще одну патронку выбрать. Блядь! Да ай. Блядь! Ну все, пизда. А можно ли ломать стену патронами? Не знаю, попробуй. Я разрешаю. Ну, видимо, нельзя. Поэтому вам сейчас придется меня опять поднимать! А, не, нормально, слушай. Я живой. Ну, это хорошо же. Знаешь, я живой, но у меня... за хп у меня явно очень мало осталось. А, и у меня нет воздуха. Ну, так, все, пока. Но у вас патронки, которые первым мы вызывали, все еще есть воздух. Я помню в первой миссии, в которой мы играли, где типа кислород. Там заканчивалось. Ну, пацаны, пожелайте мне удачи, я сейчас. Я сдох. Желаю удачи. Ну стак даун. Пошел нахуй, сам даун. Ебать, я просто тут этот, блядь, мастер, сука, строитель. Я считаю, что вот этот, блядь, трубопровод, блядь, меня в Газпром можно брать после такого. Ебать! Меня огрызнут. Меня что, спасать пришли? Пацаны, нахуя? Там враги были.
Да уже их нет. Таня, это не враг, кстати, если чё. Кстати, да. Лайфхак такой. Эй, как ты тут... Чё ты тут нахуй вертел с проводами, ёбаный враг? Блядь, ты охренел? Это, блядь, меня в Газпром после такого берут. Пиздец, как тут ходить теперь по базе, нахуй? Это самый, блядь, зато знаешь, как я мало провода потратил? Ты представь, какой был бы пиздец бы, если бы нам надо было ещё добывать эти, ресурсы на провода эти. А ты в курсе, что ты проводой номер один? Блядь, парни, я сейчас опять умру. Нет, ты в курсе, что ты проводой номер... Это, трубой номер один перекрыл трубу номер три, и теперь по ней нельзя нормально сёрфить. Так ты там, типа, этот... Меняешь место и едешь. Во, ёбок, да, Никит? В каком-то месте же разветвление идёт? Я просто ехал по третьей трубе на базу, блядь, из-за того, что теперь она перекрыта первой трубой, и у меня чел просто остановился. А ты просто запрыгиваешь и едешь на этой трубе? О, блядь, сложности, да? Да только когда будет надо ремонт, ты, блядь, в одно место все едешь. Так нас три человека, каждый может просто по своей трубе ехать. Я копаю. Видишь? Да, я сейчас умру от жажды из воздуха, блядь. Что, сейчас опять монстрики придут, да? Да. Да. Заебали они. Я еду включать монстриков. Чё они по скрипту, блядь, работают? Ну, не все. Сейчас лично по скрипту. Начать извлечение. Начать на нашествие мобов надо было написать. Да? Угу. А тут это объяснено. Ну? Ну то, что вот эта машина шумит, вибрации издает, это привлекает... БЛЯАА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 А! Ты аж слышишь, что это? Да, вибрации привлекают вот эти машины, шумит, и она... Вот. Ну, вот можешь и... поставь, починить меня? Блядь, ты блядь. Опять ты там, блядь. Я вещь, надо мной золото, я вот его добывал. Ну ладно, пытался добыть. Давай, давай, ты смотришь! Ну почти, блядь, я бессмертный нахуй, 6 секунд вообще-то. Блядь, протечка ебаная. Блядь, а? Блять, нет, 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 нет! Ты издеваешься вообще, или? Я не специально! Ты умираешь в третий раз, потом в том же месте. Может, тебе уже тут поставить что-то? Да не, я нормально. Все в порядке, парни. Блять. Ну... я попробую до троса долететь. Не получилось. Ты умер в четвертый раз на том же месте. Чуть подальше. Так я что, виноват, что ли, блядь? Блядь, не успел. А что мы умираем? Почему мы умираем? Знаешь, какое золото в таком месте, блядь, жестко, пиздец. Блядь, понимаешь, он в пятый раз пошел это золото добывать. Да забей хуй ты на это золото. Нет, я хочу Зоита. А я хочу, чтобы ты трубу чинил. А я Зоита добываю. Сука, да, я добыл его. Пойду еще раз сдохну. Ай, блядь. У нас патроны там остались на той патронке? Не знаю. На той, там какой, на сухе. Которая возле... Да. Была. Так, тут нет, значит, не на этой. Я вот для базы вызвал патронку. Ты чё, нам там воздух не нужен. Бля, а патрон, блядь! А я на базе лёг, да. Я на базе лёг.
Ой, я ведь... О, блядь. Блять, сука. Pipeline functional again. However, we still have malfunctions in the system. You fixed the problem. Everything's running smoothly. Блять, ну какие же ты тут туннели провел? Блять, воздух-то! Пещера уебанская, она сильно вертикальная. Да. Я вижу воздух. С отвесными скалами. Ставлю этой пещере дежурить. Да. Пещера говно. Она еще так построена по-уебски, что... Я умер в ней 5 раз на одном месте. Да, это именно из-за пещеры. Это именно из-за пещеры. Досадь, бежать даун. Чини эту, я пошел чинить эту. Эту. Ну, ну вот эту. Что, не понял? Они все пронумерованы, кстати. Да, ну не там, где видно. Ты что, починить не можешь, что ли? Она в самом этом, прямо у хуйни этой. Нет, она под этой хуйней. Она под нами была. Ну, там 2 дырки, значит, было. Такое часто бывает. Короче, с 2 концов по прорвало. Долго еще, блядь. Все, закончили только что. Запускайте. Где launch button? Вот она, лаунч баттон. Да блять, сука! Заебал ты своими эксплозиями. Заебал ты в упор подходить к монстрам, блять! А ты заебал их взрывать, когда я у него за них упор. Логично, если я его заморозил, я его буду и взрывать. Зачем его взрывать, если ты его заморозил? Наоборот, не логично. Ты его либо взрываешь, либо морозишь. Нет, у меня урон не хватает. Я поставил себе 4 взрыв пакета, теперь у меня они только уешат сильно. Ники, сзади отойди, пожалуйста. Пацаны, патроны вызвал, подождите. Блять, нихуя, чуть не сдох. А ничего, что вот рядом с тобой были патроны еще? Буквально сзади тебя. Реально? Посмотри назад. Вот это вот что? Так это не сзади, во-первых, во-вторых, это спереди, во-третьих, нихуя себе, как я это не заметил. Просто когда я тебе сказал, что они были сзади, ты был спиной туда. Нет. Да. Я был боком туда. Давай, до свидания, пацаны. Соло дает нормально. А, или она, подожди, она подо мной, да? Угу, да есть. По трубе можем доехать. По трубе, наверное, можем доехать.
Не в ту сторону, брат. Уж поверь, мне подойдет. Блять. А помнишь, что Илюшка сказал, что он придет первым? Да то какой трубе, блять, доехать-то? Ну, блять, сука, сейчас пойду посмотрю, что. Все, нормально, я кажется, доеду. Ты ж нашел. Ой, приходи. Пошли его нахуй, блядь. Вот тебе нахуй, сука. Вот тебе, блядь. Сейчас они будут ебашить друг друга. Кого мы ждем-то, блядь? Никиту, он же пошел тебе трубу смотреть. Да я же сказал, что не надо. Ну ты сказал, куда он уже спрыгнул? Заходите. Да заходи, блядь, ты дурак. А я в него стрелял. А? А я в тебя стрелял. Ой, кстати, у меня же подельник выходной, заебись. Это что, 17 уровень? Ебать, я нарубил, блядь. Ебать, я накопал. Типичная Никитка. Смотри, сколько я накопал. Ну, что у нас копать? Я, по-моему, еще столько не накапывал никогда. Ну да, 61. И почти столько же убил, сколько Никита. Никита, ты вообще чем занимался, блядь? Строил трубы. А, ну, ты стрелок! Типа, ладно, ладно, я не копал. Я занят был совершенно другим. У меня есть реальное оправдание. Так я его не за копание, хотя за копание... Да пошел вообще нахуй! Нормально. Че ты, блядь, пидор такой? А? А? Ну так вот. Пидор ты. Понял, блядь, кто ты? Там, кстати, может выпасть пиво, там у него эффект будет то, что все золото умножается на 4. Добыто. Серьезно? Ебать, наверное, Илюшка сказал, блять, сука, ни одной не пропустите. Да. Бухни. Ну, нам оно не выпадало еще, это пиво. Илюшка, бухни, я хочу лицензию обновить. Да. Это на этот, на усиленный удар киркой? Да. Илюш, твое любимое дело в два раза быстрее. За те же деньги. Рок-н-стоун. Сейчас твое пиво. Ой, бегу пить твое пиво. Ой, сейчас выпью твое пиво. Пью. А что он еще раз делает? Усиленный удар киркой. Это вообще нахуй хуйня. Не? Ну хуй знает. Вообще да. Ты что, ты по лицензию обновил? Нет, у меня не хватило немножко. Какой-то залупы. Поехали. Подожди, ты ебало сломал. Убери, блядь! Таня? Блядь, конченый или что? Не, я до последней секунды просто ждал, чтобы у тебя горела жопа. Сгорела? Что лучше, от крюку последняя перка вкачать? Временное снижение урона от падения после отцепления крюка? Да. Или ускоренное восстановление крюка? Нет, последнее. Он за 3 секунды восстанавливается, за 4 будет восстанавливаться за 3. Серьёзно, на секунду? Бери да, падение. Ну, блядь, знаешь, секунда это она довольно-таки решает, блядь. А можно еще улучшенный зарядник поставить, и он будет за 2.5. Илюшка, не падай.
Ладно. Эля, ты сказал, мы ливинг. Эля, мы ливинг. Could you please hurry up? We're leaving. Get on board. We're about to leave. Let's rock and roll. That's Никита прям с пивом поехал. А я успел. Как Никита сделать? Да. Любишь так делать? Да. Ой, Илюш, как ты любишь большая глубина. О, да. Мы идем пиздить пидорасов. Блять, прям перед вами руда стояла, вы ее не выкинули, блять. Прям на входе, на выходе. Да. Вы тут все выкопали, блять, а копать руду, бля, ёпта. Блять, меня схватили. Ну и хуй с тобой. Ты руду не копаешь, блять. Я уехал куда-то далеко. Блять, я под пивом, ёпта, реально. Ёпта. Хуярит меня, нихуя себе. Ты сдох, Дань? Нет, я этот выбрался и всех разъебал тут. Бля, печально. Схуяли печально. Потому что вы съебались, блядь, опять, суки. Ну так тут ресурсы копаю. Меня схватило эта хуйня. А, блядь. Отпусти меня, тварь, блядь. Отпусти, отпусти меня, ебучий спайс. Сори, извините. Блядь, сука. Вызывайте, кто вызывал. Блядь, ты его отозвал? Да. А сказать об этом? Это месть за вчерашнее. Да я просто не буду добывать нитро и все. Да ебать, я был возле него. Как ты говоришь. Так и было реально. Так я не из-за этого, я к тому, что ты просто промолчал. Да я на секунду его остановил. Мне важнее зёй-то, чем нитра ваша ебаная. Мне важнее убить двух пидорасов. Кстати, цветочки вообще ни одного не нашел пока. Хотя меня и унесли за километр.
ебать. Через личинку прокопался. Слушай, их тут дохуя, ты обрати внимание просто. Я тоже сейчас мимо дохуя, столько их пропустил, блядь. Какие-то блядские цветочки находил тут? У меня их уже это, с собой 4 штуки. Нормально. Да, я вижу яичко, давайте собирайтесь тут, будем пахать. Я зёй-то копаю. Я такой, прыгнул с какую-то скалу, мой персонаж говорит, это опасно. Я такой, ну о, кстати. Нашёл цветок? Да. Ой. Ты серьёзно? Где вообще? Это действительно пар. Я так понимаю, вы в другую сторону пошли, да? Да. Ctrl зажми, мы тут тебя ждем. Да, я вижу. Ну тут цветочек есть. Только сложно его подобрать. Можно, можно, там можно дотянуться. Я тебе все верю. Блять. Ну там появилось нажмите Е, но я не успел уже. Да, я тоже. Это Илюшка нужна, вот тут. Вот тут способности его пригодились. Чё там, где, блядь, ёпта? Ай, блядь, что за хуйня происходит? Вон, Илюшка, ты троша нужен прям тут миллион черт. Да. Тут, блядь, вопрос жизни и смерти. Да. У меня тут враги, блядь. Илья, у нас тут вопрос жизни и смерти, мы сейчас умрем. Быстрее, беги сюда, беги. Да, я вижу, 4 цветочка вижу. А мы один видим. Срочно беги сюда. Дауны? Где вы вообще? Блядь, Ctrl нажимаешь, ну, чё, вон, где? Смотри. Вон, смотри. Где? Да вон пометили, сука, ты ёбаный. Бля! Понятно. Довольно, блядь? Да, да, довольно. Мы тут его полчаса уже пытаемся собрать. Бля! Ай. Ай. Блядь, меня сейчас расхуярят, парни. Кто? Где? Мабуль. Когда? Блядь! А, это не цветочки. Хуйня. Я вижу, я видел один цветок, ладно. Тоже пойдет. Два, ладно, ебал. Ебать, сколько тут всего, блядь. Тебя в спину идут. Где твою мать, сука? Умри, блядь. Смотри, где, блядь, му? Сюда, тварь. Он его осел, ослом называет, да? Да. Почему осёл, блядь? Ну, у тебя мул, почему он называет его? Может, потому что Шрек? А вас не смущает, блядь, какой Шрек, блядь, мул, блядь, и были ослами? Там, типа, это смесь лошади и осла. Ебать, откуда я это знаю? Блядь, откуда ты это знаешь? Я всё, у меня два цветка, можно тянуть. Ну, вообще лучше собирать. Нет, у меня тоже цветы, всё, короче, я взрываю. Взрываешь яичко? Пиздец вышел. Сюда бегите. Тут зона, чтобы с ними подружиться. Подружиться? Да. Они кому-то из вас пошли. Ой, привет. Блять, ебись! Их ебаный. Он же дружить идет. Извиняюсь, дико, блядь. Иди нахуй просто, и всё. Withdrawn,
Второй сзади. Давайте красного сначала загнобим. Да будьте. Блядь. А что ты пометил? Сахар? Да. ВХПш, потому что он летит, смотри сколько. Просто сказал, да будьте. Я подумал, что ты подумал, что это не трап, поэтому что. Ну серьезно, ты думаешь, что вот сейчас бы я помечал бы не труп? Да. Ну мало ли патронов. Я, кстати, насчет патронов пойду. Я уже этим занимаюсь. Вообще-то вот у нас. Ну, значит, и вот тут еще. Делай. Ебать тут жжет нахуй все. Сзади Никитка. Нихуя он. Ебаш его, где он? Блять. Есть. Там же. Блять, спасибо, блять. Сосать плюс лежать, я считаю. Бомжи. Ладно, мне не нужны. Че, где второго? Сейчас второй. Уже за ним пошел. А ты знаешь где? Да. А, внизу. Дали. Он скоро будет тут. Как к вам попасть-то? В смысле, мы там, где этот? Он у меня. Это оно? Да. Не забывай, у него жопа не работает. Надо взрывать точки на нем. А где точки, блядь? Пока нету. Никитка, где умер Никитка? Блять, я за Никитка пошел, он сильно далеко. А он просто уходит, блять, он нормальный вообще? Я за вами шел, Лёк. Там мы не про тебя, мы про моба. Он уходит, он даже не пиздит меня. Мне кажется, у него есть какая-то зона, и он идет по скриптам каким-то. А, и блять, ебашит. Я к нему слишком близко подошел, он такой слышит. Видишь, я иду, блять. Ладно, парень, я понимаю. Привет. Вот теперь его можно ебашить, у него хп стало цветным. Вижу. Отъебись! Мы к тебе скоро прибудем. Относительно. Блядь! Никитка за мной. Туда же? Я правильно копаю, нет? Я не понимаю. Туда. Блядь! Бля. Сука он! Ёбаная пидорасина! Он сидит так неудобно, пиздец. Алло, даун. Блядь! Мы скоро будем у тебя. Мне нужно срочно. Последние слои идем. Блядь. Он опять!
Тарас конченый, сука. Я нихуя ему не нанес урона, потому что там пиздец. Мы выкопались. Ой, я понимаю, понимаю. Метров 70 прошли. Там пизда. Там защитники появились, у него жуки. Блять. Не труд добудьте, если по пути будет. Она была по пути. А, Никит, занимаемся нитрой. Пойдем, за нитрой. Блять, сука. Где он, блядь? Где главный пидорас? Ну там есть капсула снабжения. Тихо, стоять. Бля, Никит, есть нитро немножко? Нет. Хуёво. Я потерял его. Ну, радость. Здесь есть нитро. У меня. Блять, ладно, я к тебе докопаю, сколько, блять, 16 литров, не знаю, хватит или нет. Хватит. А вот этот уёбок. Мы его слышим. Я его вижу, блядь! Да ёбаный ты... А вот и мы. Раз, блядь. Ой, яркий его, блядь, парни, давай. Дай место свое, блядь, Ай, молодец, да, я меня убил, блядь. Зачем ты, блин, это делаешь? Не подходи, пожалуйста, к нему. Ты зачем это делаешь, блядь? Потому что это большой урон. Он закрыл попу. Да. У меня основное оружие кончилось. Да не стреляйте вот в него сейчас, смысла нет. Нитро вижу. Мул, где мул? Ай, блядь. Да хоть на хули ты тут встал, блядь? Блять, ебать! Нитра! Капсула снабжения, вон она. Пустая. Не пустая. Где? Пометь. Сейчас. Блять, топливо кончилось. Рой киркой. Блять, охуенно. Блять, 12 метров. Блять! Где, где, где? Да вот, вот она, вот она. Тут еще одну вызываю. Идите сюда. Я нихуя не понял до сих пор, где ты. Блять, вот, 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 блять. Зажми, блядь, ски контрол, вижу, посмотри. Вижу. Аккуратно, не умри. Стараюсь. Я из-за вот этого говорю. Никитка, ты к нам придешь? Где? Контрол, контрол. Где этот? Едет. Где он? Патрон пополняй. Вон он, блядь. Мы с Илюшкой в бой пошли пока без... Где эта штука последняя? На боку. Блять, гранаты опять ваши. Охуенно, мне все въеб... Бля... Ты снова что ли подошел в упор? А? У меня двухстволка, с нее тоже, знаешь, сколько урона идет?
А ты просто в тот момент, когда я подхожу, стреляешь? Потому что очень короткое время есть, когда можно стрелять. Не подходи просто к большим мобам в упор стрелять. Почему? Потому что я кидаю гранаты в них. Вот, видел, я сейчас двухстолки два шота дал просто, блядь. Там столько дамага ему было. Ну, где кнопка там? Давай нахуй отсюда. Домой. Поехали. Чем базарите? Я понял. Серьезно? Dropport has arrived. The mule has been called back. Dropport departing in T-minus 5 minutes. Зачем он тебе? Ну, ты же крутая штука, но нет. Не сильно дорогая. Угораешь? Потом мультикл просто. Что всё это? Блядь, это был. Не, пацаны, я пока это золото не добуду, я не уйду отсюда. Я кину в тебя, если не сядешь корабль, я кину в тебя бомбу, и мы улетим. Ты что, не видишь, что ли? Я же уже добыл почти. А где это? Где сдавать? Там немного осталось. Смотри. Эй. О! Все, let's go. Опа. Ты можешь пешком дойти, в курсе? Кит. Ты ёбнем его или что? Интересно было, он ехал бы дальше замороженный или нет? Выход нет. Выход. Никит, хули замороженный не едешь? Ну, сложно. Что, рок-н-стон получается? Получается, да, реально. Пришли такие, реально. Мускулы показали. Дробовик сюда стрельнул какой-то. Никитка, ебать ты эффективен был в этом бою. А мы бы сегодня его уже прибыли. Илья. А. Ты проебал посмотреть Никитину статистику. А что там было? Там, блядь, просто сразу видно, что он, блядь, лучший. 16 этих убийств и 50 минералов добыто. Илья, чем ты занимался? Тем же, что и все. Был самым лучшим эдворфом? Да? В смысле был? Я и сейчас. Урод, блядь, я тебя ненавижу. Прости. Это правда. А как... Вот у меня открылся шлем, да? Где этот шлем есть вообще? Ну, в гардеробе посмотри. Не-не, ну подожди, стоп. Что за бред? Шо? О! Да не... Второстепенное оружие появилось. А сейчас можешь обновить лицензию пивного реально? Вряд ли. Я ведь это реально... Это я реально прокачивал шлем, я думал, типа, его можно будет не одеть, а... А, серьёзно? Что ты прокачивал себе?
Я прокачивал шлем, который в гардероб мне просто кинул. Я думал, типа, он будет как броня, его с ним можно будет, его можно будет прокачать, он там... Кик, тебя развели. Пиздец. Хочешь на него посмотреть? Давай. Потому что он прокачивал так сильно. Такой там охуенный шлем. Ты выглядишь как долбоёб. Так, а оставишь наказание себе? Я поставил бы тебе. Это пиздец. Блин, реально круто. А ты вот эту хуйню прокачивал, серьезно? Да! Я пистолет прокачал. Я тоже сейчас пистолет качать буду. Никитка, что тебе там надо? Яичко. Яичко, поехали за яичком. А почему Никитина? Потому что только что делали мне, а вначале делали тебе. Да? Мы разве не первую миссию играли? Мы играли вторую миссию. А, точно, да. Я молчу, блядь. Блядь, ну, не знаю, что-то... и то что-то вот мне не нравится, блядь. А, кстати, подожди, я ж могу, наверное, неплохо так продажить. Короче, что мне надо? Сейчас, подождите, я хочу посмотреть, что мне надо на пистолет в целом. Да мы-то подождем, ты же, блядь, хост. Да. Ты же ставишь миссию, дурак. Ага, 25 ты. И 70, понял. 25, 70 и... 9000, по-моему. Hidden gems my ass. Так, а можно же билды посмотреть вон эти? Такое лучше всего поставить. Goodbye, precious minerals. Oh, Spencer. Had to sell to get some creds. Not the best deal, but I needed those minerals. Я отойду. Classy move, Steam. Now quit it. Mark time is fun time. Modification bot.
получится. In the drop pod are meant for employees only, not barrels. Гид, на тебя там уже жалуются, я слышу. Потому что я бочку в эту капсулу запихал. Тупо в кресло посадил. И даже сказали об этом. Planet Side. А, блядь, приди сюда и дай пизды, если хочешь, чтобы реально был стопыт. Ну, заебал. Да, серьезно. И не только это. Чё он доебался, блядь? Сидит у себя там где-то в офисе, блядь, нихуя не делает. Блядь, нет, он на камеры смотрит, чё. Уебище, блядь. Серьезно, эти бочки исчезают. Понятно все. Игра куплена. Я хотел себе парочку синеньких бочек. И парочку желтеньких. You cannot bring barrels with you on missions, but I applaud your efforts. Алло. Олег Викторович. Я Илья Сергеевич. Немножко. Ебать, что вы тут сделали, блядь, придурки нахуй. Шо? Это снаряжение на следующую миссию. Блядь, не трогай снаряжение на следующую миссию. Ты куда снаряжение, сука, блядь? Это снаряжение, блядь, не трогай. Придавила, блядь. И тебе нахуй выкинула с корабля, чтоб ты ведь нам. Чел говорил, что он, мы его заебали, блядь, бочками. А чё, колбасы нема у нас? Нема. Да, нема. Я всё съел. Да. Поэтому и нема, а не нету. А у меня реально новое оружие. Хуй уже. Не кажется ли, мы кого-то убили? Ебать, нормально.
а мне объебать не нравится. Да, боезапаса явно не хватит, не хватит обычного. Ебать, хватит меня стрелять здесь, придурок. Я не в тебя стреляю, да. Ты в меня попадаешь. У меня с АУЕ уроном патроны, блядь. А ты хо... Так, блядь, враги возле меня. Ты мне лучше скажи, я обернусь, блядь, и уебу их. Ты меня пиздишь, блядь. Смотри, сколько ты мне ХП оставил. Либо не, не играй с этим оружием, да. Что это такое вообще? Что за этот хуйта? Не знаю. Бля, пацаны, вы в курсе, что тут есть цветки, которые вам это вас переносят вас? Просто переносят. Ну иди сюда. Иди ко мне. Сейчас. Идешь? Да. Пань на этот цветок. Ох ты, май. Mm-hmm. А чё, удобненько. Только я первый раз такое вижу. Не, я их уже видел, но просто какие-то цветы. А вот это, блядь, что? Я прокопал в неё, внутри ничего нет. Пещерный если коралл. Ты про то, что... Да, пещерный коралл. Ну тут вообще много всего нового. Ну вот это вот что это такое? Платформа техобслуживания. Эту штуку можно разъебать, я понял. Ready to blow! Блядь! Ай. Больно ноги. Ну и как это вообще работает? А я бы сдох. Наполнители ядер. Я, кстати, опять вызвал мула, и вы его перевызвали, пидорасы. Я ебал, что ты его вызвал, ты же молчишь. Так, Дань, а я-то почему ебал, что ты вызвал в тот раз? Ты не говорил про то, что ты его вызвал. Чё, можно? Сейчас, 2 секунды. Да, блядь. Хотел тебя затроллить, дурака, блядь. О, Зёй-то. Дань, ты чё стоишь? Читаю. Блядь, у нас тут мобы и руда, а он читает. Пидор, блядь. Где эта хуйня, блядь? Вот он пришёл, блядь. Всем привет, с вами Лустоу, и сегодня я бы хотел вам показать, как за инженера можно в одиночку выполнить машину. Ты ждал? Нет, секунду, тут вообще большая залупа какая-то лежит, я должен ее сдать. Большой кусок золота, блять. Короче, откуда эта штука, типа, должна стать супер, блять, машиной огромной. И мы с ней должны ебашиться. Ну так подожди, наверное. Так мы ее уже не первый раз находим, и нихуя.
Мы один раз ебашились. Никит, вызывай. Не, там робот был, а тут у меня такая это должна быть. Ну, не робот, а именно... залупа. Саны сними, ёпта, и попиздись. Она победила. Как это, она тебя обоссала, типа? Да. Нахуй вы яйцо достали, дураки? А что, это наша задача? Да. Мы еще не закончили тут добывать все, блядь. А наша задача не добывать. Че? Наша задача яйца собирать. Бля, ёбаный рот. Ну, мне кажется, сюда надо что-то просто вставлять. Не, отсюда турель должна появиться. Ну, туда я хз. Где мул ебаный? Ой, ещё зё это. Тормози, блядь, тварь. Ну чё, ты прочитал как? Дань. Не знаю, сейчас читаю. Блять, ну я же нажал... А, далеко, ладно. Короче, вообще не ебу, как это работает. Ебать, у меня здесь золото. Где, блядь, эта хуйня ходячая? Блядь, сука, тут столько всего, блядь. Ебать, мы золото добыли, парни, мы богатые, блядь. Я добыл, ладно. Сори. Выебываться захотелось. Чем? Потому что я золото миллион добыл. И не убирай эту хуйню. Мобов хуярьте. Блять, ты нахуй.
Я патрончики здесь вызвал. Это хуйня, блядь, летающая. Да, у тебя перка стоит, которая АОЕшит? Нет. Это пушка сама такая? Это у самой пушки взрывные патроны. Нет. Я принесу этот с мулом пошел за последним яйцом. Хватит, оно там низко. Да. По-моему, к тебе, наверное, не? Зачем? Оно это добыто. Просто не собрано. Ищи, где последнее. Вижу. Вижу. За ним. Я думаю, что тут лучше вот так подняться. Опять. Так пойди. Где она, сука? Тут прокопаться можно. Не поверишь, я именно это и делаю. Нет, тут именно завал. Земля, ёп. Вниз спускайте самый. Молли, over here! Что там происходит? Какие-то ебашится. Блядь.
Keep it together. Drop pod is en route. Let there be light. Ready to kill support. Ready to bring support. Getting supplies. Feeling much better. Drop pod has arrived. Retrieving the mule. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Ладно, десант на капсулу там, да? Я пошел к ней. Ха. Вы не сказали, что он открылась. Спасибо. Так как только мул приезжает, она открывается. Тебе NPC-шник это сказал. Да я ебу, что ли, мне похуй. Ну, так что ж я говорю тебе, раз я похуй. Смотри, сколько я руды накопал, там, наверное, больше будет, чем я в тот раз. Хотя, хуй знает. Не, не больше. Но я вообще больше всего, в принципе, сделал. Вы бесполезные парни, ну понятно все, блядь. А еще, а опыта у меня меньше всего. Спасибо. Лох, ёбаный. Он тебе не нужен. Пошел, пошел ты нахуй. Ну да, я и так самый крутой, в принципе, чё мне. Блядь, две звезды не хватает на второй пассивке. Так. Нихуя. У меня есть страх на мою двухстволку. Шанс отпугнуть существ при выстреле. 50%. Я стреляю, они такие, ну да ну нахуй. И уебывают. Классно? О, переобразую часть урона в урон от огня. Как тогда? Так, ты можешь поставить мое задание? Дорожка и точка-то, ну типа вот я, это я знаю, точка. Кому какая нужна миссия. Да? Ну, у меня пишется, типа, кому какая нужна сейчас. Пиво бахнем? Да. Что там за пиво? Быстрее ходишь при переноске тяжелых предметов. Нормально. Музыка, блядь. Ебать, я Gangnam Style танцую, смотри. Да. Ленивые крысы, блядь, пойдем. Похуй пляшем. Реально. Thank you.
опять отправляют на какую-то планету груду копать, сука, твари. Танцевать нельзя. Мне потанцевать нельзя? Ты идиот. Танцевать нельзя? Ты идиот. Мне потанцевать нельзя? Идиот. Я вспомнили, да? Ну. Блядь, семена отвратительные добывать. Тут залупы свисящие сверху. А у нас как раз выпили пивка, чтобы быстрее бегать с ними. Да. Да. Пивко в самый раз. Ну, глубина, конечно. Такая. Ты думаешь, что чем ниже, тем страшнее? Да. Нет. Отойди, блядь, Илюшка. Пизда тебе. Нет. А нахуй вы их ломаете, блядь, сразу? Чтоб потом не сломать. А, подожди, это дрилдозер. Пизда. Надо нитры дохуя копать. Я раз. Уже копаю нитры, реально. Я тоже. Да иди ты, бля. У тебя это появилась перка для создания этих площадок? Кого? У тебя, ну эта площадка как будто как этот инженер как будто создал. Нет. Вот, кстати. А про какую площадку то есть? Ну там синенькая, на которую ты вызвал мула. Не-не-не, тут такие в пещере. А. Просто у инженера есть перка, так, типа, стрелять такими. Да? Так я не инженер. Ну я говорю, мало ли типа похоже. Это надо вот у... Ладно, давай. Свои развлечения. А, типа грибы большие, понял. А вот что это у меня тут в воздухе валяется, вот это с семечкой. Собери ее. У вас тоже на воздухе висит? Да. Просто? Семечка, блядь. Ну не похуй, блядь. Иди нахуй. Семечка, блядь. Это же семя, семя. Да, так что смотри. Ой, блядь, подсосы, ёбан, пошли вы нахуй. И что, блядь, тебе сты... Это, наверное, завидно, что никто с тобой не подсасывает. Вот и все. Ты кто подсасывает? Нет у тебя своего подсоса, блядь. У нас уже взаимо... Да. Вот и... Взаимососы. Взаимососы, да. Вот и обижен. Да. Да, Никитка? Да. Да. Ну, привет. Ай, блядь, ты... Моя нитра. Иди нахуй. Нормально такой, да? Ну привет, ты такой сразу, пока. Он сразу уебался. Так, ну что могу сказать? Вроде мы все здесь добыли. Да. Начинаем? Да. Подожди, что, серьезно? На 24 патрона больше? Ну ладно, это в принципе нормально. Ух, пальчики, пальчики. Блять. Блять, ебаная. Он мой. Ёбаная залупа вот эта вот. Зелёная, сука. По всему полу, блядь, бесит. Радуйся, что они урон хотя бы не носят. А ещё то, что этих жуков она тоже замедляет. Да.
Они могли в ней на самом деле быстрее даже быть. Отзови. Себе, если он тебе нужен. Вообще-то мне надо, она здесь была. Ну я говорю, отзови к себе. Я мискликнул. А-а-а. Поэтому мы еще. Ну ебать, пещера, пизда. Грипп активировал. Смотри, там их миллион попадало. Где эта хуйня? Вон она. Может, сначала не тру, пацаны? Ты не тру, мы это. Гид сзади, если что, очень много. Ой, блядь, Илюшка, извини. Ты попал под снаряд. Ну завозы здесь не в тебя стрелял, они ж летят долго. Я ебу, что ли, я не видел. Ёб твою мать. Тут я тебе сахара немножко принес. Никитка, тут топливо вон есть много. Да я уже копаю. А, ты уже там тоже. Я тебя про Илюшку перепутал. Я вызываю мула. Запускай, Никит. Drill doors are moving. Everything looks fine, but expect that to change soon. Кстати, вот это тоже этот сахар. Сзади. Ты бомбу взрывать не? Я аккуратно, чтобы в тебя не попасть, и пождал. Потому что там было. Да, жив... я ждал, пока ты взорвешь, не толкнул. Это ты.
Бля, хочу на самом деле, чтобы нападали реально такими роями лютыми. Да. Ставь сложность посложнее. Там урон вроде так. Но мы и так играем всегда на сложном, чтобы ты понимал. А ну, ставь самую сложную. Ну, можно, кстати. А? Можно, кстати, будет попробовать. А вы что, не пробовали? Один раз. Блять. И что, отсосали? Не помню. Я шлем нашел. У меня патронов вообще нет ноль, я даже не заметил. Да ни во второстепенном, ни в этом. Или, а ты по координатам ходишь? Почему? По координатам. По каким координатам? Появились координаты. Я только шлем собрал. Ты понял что-нибудь, Никит? Нет. Открой карту, где-то у нас появились координаты. Ну я шлем собрал, помнишь, было такое? Бля, у меня тоже нет. Патронов нету. Я новый вызвал. Серьезно? Меня немножечко прижало. Блять. Меня сейчас ёбнет тоже. Убей их нахуй. Я две заберу. Я тоже две. У меня осталось 46. Никит, у тебя как по патронам? Ну нормально, хорошо. Значит, наши. Но у нас еще не три духуя, поэтому. Ох, я еще сейчас покупаю. Пять. О, золото. Да еб твою мать. Я себе, кстати, на лазер поставил перку, чтобы она он поджигал. Да лазер есть? Ну, у меня типа это плазменное оружие. Пистолет, а, его. Второй типа. Он выглядит, блядь, сас, Никит, ты гляди-ка. Ну да, неплохо. Блядь! Блять, Илюшка, на максимум карту отдали, посмотри, найдешь фиолетовую метку. Не, не вижу. Она в начале. А что ты хочешь, чтобы я туда пошел? Да. Зачем? Плюшки какие-то будут. Короче, просто в начало ебашь? Короче, я схожу, я понял, не видите. Вы тут развлекаетесь, только не активируйте. А все получат плюшки? Без понятия. Вот я схожу, проверю. Если не все, то вы сходите отдельно. Но все равно надо, чтобы дрил-лодер охраняли его. Да. Кстати, вот так сказал, у нас не три, там, между прочим, почти еще на один есть. Но мы только что две вызвали. Еще две. Ну понятно. В принципе, этого с головой хватит. Кстати, наверх посмотрите, за лупу пособирайте. Вообще нету, по-моему. Пина, ты куда съебал? По этой пещере посмотреть, что тут есть побывать. А, нам надо начать, да, сначала? О, да. Да, ну начинать пока не надо. А, понятно, понятно. Тогда давай исследовать пещеры. Я вызвал Мулу, если чё. Я тут, короче, вам придется сюда сходить. Но новая часть кирки у меня найдена. О-о-о. Блядь. Ну я попиздошил, чё.
Давай, я на твое место иду, а потом Никитка, когда я приду, Никитка. Последняя штучка валяется возле бурдозера. Хорошо. И я туда мула вызвал. Да не, Никит, ты тоже можешь идти так-то? Mm-hmm. Где эта хуйня, Дань? Я пометил. И чё, она у меня уже не помеченная. Ну ты туда беги просто, и на карте увидишь фиолетовый такой... этот... крестик. А, вижу. Я там туннель вырыл, по нему просто поднимаешь, забираешь и возвращаешься. А, ебать, я даже переборщил немного. Ой-ой. Ха! Где-то тут туннель... Ой, блядь, я тут руду пропустил пиздатую. Никит, беги, если хочешь. А я не понял, куда я бежать вообще. Туда, назад. В по туннелю беги. Назад, и там увидишь потом как, этот... Который дроль-доллер? Да. Блядь! Так, бегу, и докуда бежать? И до потом, меня. Потом на тап нажимаешь, открываешь карту, там чуть-чуть выше, увидишь этот место такое. Потом пошел, фиолетовая блядь. Метка. Он нихуя не понимает. На тап нажимаешь, блядь, и фиолетовый такой, блядь, пиксель будет фиолетовый такой большой. А, вот что мы в тот раз нашли, надо чаще карту чекать. Да. А, и тогда только я забрал, помнишь? Да. Вот почему у меня есть кусок кирки, а у вас нет. Да. Блять, ко мне тут нахуй жуки на лезут. На самом деле, это хуёво, что только надо всем подобрать. Да. Типа, вот да из-за такой хуйни кучу суки. Времени теряем. Ебаные тауны. Ой, я тут еще и большой пришел. Ёб твою мать. Да не стреляй. Я ебало сейчас сломаю. А, все, он мне не дает пройти. Понимаешь? Это издевательство. Я сейчас нахуй выкопаюсь, блядь. Я не понял, где это. Иди. Там нажми тап и блядь, колесиком открути на максимум камеру. Открутил? Блядь, да ты недалеко, иди сюда, сука. Вот я. А теперь, блядь, карту открой, посмотри, открути. Смотри наверху, вот здесь вот, блядь. Вот здесь вот где-то, я помечаю. Фиолетовая хуета. Ты не видишь? А теперь иди сюда, Данилка здесь туннель прорыл. Сейчас, где-то здесь. Вот, вот сюда, сука, залезай. Тап нажми и посмотри, фиолетовая перка. Я ее отсюда вижу. Какие, блядь, фиолетовые перки? Вот, блядь. Сюда, в туннель залезай, ебаный ты хуй. Ну, нельзя было сразу в туннель, блядь, попытать. Да иди нахуй! Я здесь тебя подождался только из-за того, что у меня здесь мобы были. Я бы ушел. Нашел, блядь? Да. Пыло ебаное ты. Ты до карты так и не увидел фиолетовую суку? Я увидел, но я не понял, где она. Блядь. Там эта карта нихуя непонятна. Почему я по ней не нашел? Я тоже нашел. Ну и шо, блядь, я нихуя не понимаю эту карту. Вот, а так, почему? Вот, что вот, там непонятно? Вот так вот правильно ты сказал, я нихуя не понимаю, а не карта непонятная. Но она в 3D, она удобна, пиздец. Я по ней ориентируюсь легко. Не знаешь, куда идти, наводишься на карту, нажимаешь, ну, наводишься на то место, нажимаешь пробел. Тебе персонажа сориентируют туда. Ладно, я пока запускаю. Так, батарейка где-то здесь! Да ладно. Или что это? Что это? Ржавый шлем. Я его и активировал. Просто она звучит как батарейка. Она все звучит, блядь, как предмет. Ладно, немножко давай, начинаем мясо. Да. Погнали. Ух, ебать. У меня уже тут мясо начинается. Ой.
дозера. Я... Появились камни. Я патроны беру, у меня ноль. Что? Что применительный дамедж? Критический урон. Не восп... Вот, смотри, эту штуку уже чинить нельзя. А у меня тогда сломался индикатор ХП, у меня все по 100% показано. Да. Появятся сейчас столбы. Бля, мне опять патроны кончились. Последние патроны остались, если еще парни. Кому надо, берите. У меня что хватает. Появились. Да, кстати, надо мулу ебаного. У я тут что у тебя? Это вот то, что... А, это вот эта хуйня, которая внутри? Да. Никогда я просто не брал. Прикольно, она мула. А что здесь фиолетово светится, погоди? Где? Вот. Что светится? Кристаллы, наверное, эти. А, вот тут вот. Да это кристаллы отсвечивают. Не-не, подожди,
по-любому что-то. Да это вот, смотри, эти штуки отсвечивают. Ты думаешь? Да, это руда такая, ну типа так, типа стекло какое-то ебаное. Пойдем нам бежать, блядь, миллион лет. Ладно. Ебать, конечно, оно это стало. Да, да. Пизда. Выходите. Заходим. У тебя хп отнимало сейчас? Гид. Что я не смотрел? Rock and stone to the bone. Ну я-то 188 наубивал. И Никита такой, 13 руды. Я копал. Никита, как вы добились такого успеха? Он просто бухает в баре. А, ну да. Я чинил бур, защищал бургозер вообще-то. Бля, у меня два пистолета будет, что ли? Ебать, ты будешь это нагонять. Да, я буду крутой. Деньги есть у меня. А ты хочешь, мой, а вот ты это, доску для обмена не открыл? Кого? Ну вот, блять, вот эту вот штуку, типа обмен минералов. Нет. Зря. А чё там? Ну там можно минералы покупать и продавать. Я так денег столько на это, на все, что нужно, деньги себе так сделал. Ну сейчас два пистолета открою, и я буду качать, что делать. Сколько там время? Я думаю, что все. Да, я тоже думаю, что все. Я как прокачаю дроида и вылечу. Опа, вылетел. Как быстро закрыть игру? Дельта в 4. Никит, выходи, если хочешь дроида по обычному выйти. Взял дроида, прокачал и сдох. Ой, вылетел. Я выхожу.